конкурс дети читают стихи Михея Блад 10 лет. Михаил Юрьевич Лермонтов, Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж складки борьбы, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись в поле, не будь на то Господня воля, не отдали Москвы. Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждать, ворчали старики. Что ж мы, на зимние квартиры, не смеют что ли командиры, чужие изорвать мундиры, а русские штыки. Но вот нашли большое поле, есть разгуляться, где на воле, построили редут. У наших ушкин макушки, чуть утро осветило пушки, и лес осенние верхушки, французы тут как тут. Забил заряд в пушку туго, и думал, угощу я друга, постой-ка, брат, Русью, что тут хитрить, пожалуй, к бою, уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головой за родину свою. Два дня мы были в перестрелке, что толку в этой безделке, мы ждали третий день. Повсюду стали слышно речи, пора добраться до картечи. И вот на поле красной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть его лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тех был наш бивак открытый, кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус. Но только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам. Дожали его, сражен был адом, он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: ребята, не Москва ли за нами, умрем же под Москвой. Как наши братья умирали, и умереть мы обещали, и клятву в верности сдержали мы, бородинский воин.